Шалом, дорогие друзья! Мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа! Сегодня у нас есть возможность побывать в музее Якова Агама. Вот вид этого музея, он находится в Ришон-ле-Ционе, современный музей. Я начал немножко раньше, я хочу показать вам окрестности. Ришон-ле-Цион – это город, это новые районы. Очень красивое, очень удобное для жизни место. Ну, наверное, очень дорогое. Хотя я не знаю, сколько тут это стоит аренда и покупка квартиры. Но в Израиле жилье очень дорогое. Вот. Мы, значит, сейчас спускаемся во двор этого музея. Потом зайдем, купим билеты. Я отключусь в это время. Двор тоже интересный. Должны быть вот какие-то столбы. Мы сейчас посмотрим на них. Ну, кто такой Яков Агам? Это известный в Израиле и, я думаю, во всем мире художник. Один из создателей так называемого кинетического искусства. Кинетическое искусство родилось в 20 веке, в начале 20 века, в 20-х годах. Сам Агам, Яков Агам, это его творческий псевдоним, он родился тоже в 21-м году, по-моему. Родился он в Израиле. Именно в Ришон-ле-Ционе, в этом городе. Ришон-ле-Цион означает «первый на Сионе». В этом городе много русских репатриантов. Вот такой мост, видите, классный. Он учился в Бецалеле, Израильском художественном институте. И где-то в 51-м году он переехал в Париж и, собственно, там уже стал известен. Там, вероятно, было больше возможностей развернуться им как художнику. Он принимал участие в выставках различных. Вот уже начинаются первые экспонаты. Значит, кто он по характеру своему? Это дизайнер. Дизайнер, он скульптор. И, как я вам сказал, он создатель кинетического искусства. Что такое кинетическое? Один из создателей. Кинетическое искусство – это произведение искусства, в которых задействовано движение. Ну, допустим, Дюшам – такой один из создателей кинетического искусства. Француз, первое произведение было, состояло в том, что он табуретки представил, колесо от велосипеда на вилке, и оно двигалось. То есть художники кинетики, кинетического направления, видите, какие красивые, дизайнерские такие. Так, а где здесь Книса? Слиха, айфу Книса по купа, по тодараба. Кинетическое направление. Это художники, которые, ну, авангардисты, абстракционисты. Это ветвь футуризма в искусстве. Кто знаком? Кадарская площадь, Кадар. Так, вот, друзья, мы заходим. Мы сейчас купим билеты, и потом я продолжу рассказ о кинетическом искусстве. А пока я временно отключаюсь.